Дорогие друзья, сегодня мы с вами будем рисовать вот этот сюжет. Я его назвала «Игра теней». Здесь она довольно несложная картинка, но тут важно, чтобы тень не просто тупо закрасить ее одним цветом, то есть тут есть переливы света, и мы постараемся сделать это в более художественной форме, чтобы это смотрелось не как фотография, а как картина. Цветы тоже белые, но белым мы их рисовать не будем. Они принимают окружающую среду, то есть дадим этим цветам, которые в пакете тут стоят на столике, различные оттенки.